Привет, я Сергей Нежельский, мне 13 лет. Я родился и живу в городе Северодонецк. Я хочу обратиться к моим сверстникам, которые, как и я, проживают на территории Луганской области. Все в этом мире – маленькое и огромное, короткое и длинное, простое и сложное – является единым целым, но состоит из частей. И если забрать даже одну маленькую часть, область теряет свою суть. Важные для нас понятия становятся бессмысленными. Это может привести к вражде и ненависти между людьми. Давайте вместе не допустим этого. Нам всем нужен мир.